Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Джану Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванча калпатару вашки пасинду бевача, патитананг павне бхавишна бевьо намо намо, муканкароти бача ланг пангунг ланг хайтгирим, ятки патам ханг банде парама ананд мадвам, бриндаови тулсиде бой пиявои кесва сача. Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Жайо Мудире Санкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барану Дейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панатапал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Арвиндам Ятпада Паллавана Качанда Маничатая Бисфуриджи, такима пигового душва дарши, Пурнану рагара сасагара сара мурти, Сарадхикама и кадакивам кроши. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Сиаддайта Гададхара Сипасади Гаура Бхактавинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджануламбита бхужау канака бодато Санкиртанайкапитару камала ятакшам Вишамбару дижабару джугадхарма палау Банде джагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Муктин ча муктин ча дада синитам Бхаван рупена сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибушита вама бхагам Нараяно прием ананга мадапахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджуша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Джасястихиде Самбихир Твам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе.
Sangsar Sindhu Tarane Hidayam Jadishad Shankirtanam Ritarase Ramate Manusche Premam Budho Viharani Jadichitta Viti Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Sangsar Sindhu Uttarane Hidayam Jadisad Shankirtanam Ritarase Ramate Manuschet Premam Budho Viharane Jadichitta Viti Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Chaitanya Chanda Charane Kurutanuragam Gaurya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu wanted to knock. Gaurya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел постучаться и открыть каждое сердце, чтобы все получили вдохновение совершать Кришна Баджан всем сердцем. Гурти Гуштипати Шичила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что Шри Кришна Чайтанья Махапрабху Парад Парахилешар Бхагаван, он хотел постучать в сердце каждой дживы, чтобы помочь им развить сознание, чтобы развить искренность, чтобы совершать Кришна Баджан всем сердцем они смогли, поскольку нет никакой альтернативы. Если вообще была бы какая-то альтернатива, я мог посоветовать бы. Но нет никакой альтернативы. Только один единственный путь с полным сердцем, полной любви и привязанности к Верховному Господу Кришне. Мы должны любить Его. Шри Кришна – наш единственный объект любви. Я знаю, ваше сердце открыто другим людям. Я знаю это. Но знайте это наверняка, что Шри Кришна Бхагаван, он единственный объект нашей любви. Может, вы не можете осознать прямо сейчас. В какой-то день, если ваша удача достаточно велика, то вы осознаете это. Шрила Прабхупад говорит, у нас есть материальные мысли внутри нашего сердца. И вот поток этих мыслей. Вот поток этих мыслей, он приходит в наше сердце. Но Шрила Прабхупад говорит, в этом состоянии, если вы будете пытаться войти в трансцендентный мир с такими материальными мыслями в нашем уме, то мы не сможем пройти, это запрещено. И все попытки на вход с таким материальным умонастроением, они обречены на провал. Гурди Гоштипати Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад просит нас, чтобы мы круглосуточно это учение Гуранги Махапрабху, чтобы мы все 24 часа совершали Харинам Сангиртан. И вот мы должны совершать Харинам Санкиртан все 24 часа в сутки, когда мы прекратим его совершать и будем думать о каких-то материальных вещах, то в этот промежуток майя может войти в наше сердце и все испортить. Круглосуточно мы должны воспевать славу Бхагавана. Души
у них нет никаких других обязанностей. И хотя внешне кто-то может найти множество других обязанностей и прочих дел, но это не вечное, но у всех душ есть одна единственная обязанность. Единственный долг – это воспевать славу Бхагавана. И в тот момент, когда мы прекратим наш Харинам Санкиртан, то этого промежутка достаточно, чтобы Майя вошла в наше сердце и все испортила. Испортила наш баджан. Парапаракхилеша, Бхагаван Шри Кришна, он пришел, чтобы показать, как совершать баджан. Jajjat atarthi sestrayvettara janaha sajat pramanam kurute lokahastadan vartate. Jajjat atarthi sestrayvettara janaha sajat pramanam kurute lokahastadan vartate. That's why Bhagavan coming here. Bhagavan has no каких материальных обязанностей. Но все же он пришел для нас, чтобы показать нам, как совершать харибаджан, каким образом. Сколько просто лекций мало, нужно живой пример. Если я буду говорить только о лекции, а наш ачаран не будет поддерживать то, что я делаю, то, что я говорю, это будет простая сухая философия. Если я буду говорить лекции, а только говорим или не делаем, не следуем никакого толку от этого. Шри Кришна, Чайтанья Махапрабху, Парапаракхилеша, властелин бесчисленных браманд, эти бесчисленные браманды, они пребывают в нем. Он повелитель бесчисленных миров, но все же он всегда находится под контролем чистых преданных. Это его природа, и как он попадает под контроль своих чистых преданных, это большая обширная тема. И вот сегодня тот день, когда Бхагаван принял саньясу. Это очень такая плачевная лила. Если у нас есть хотя бы какая-то человечность, я не говорю уже о харибаджане, а просто это человеческое чувство есть в нашем сердце, то мы должны чувствовать боль, поскольку даже камни, они плавились. Это такая болезненная ситуация. И сегодня Шри Чайтанья Махапрабху, сегодня день Маги Пурнимы, и сегодня Шри Кришна Чайтанья Махапрабху Гуранга, он принял саньясу. Почему? Поскольку иначе Кришна Лила в Сиддханте говорится, что Бхагаван Шри Кришна совершает различные виды лил, которые очень сложны для понимания обычным душам. На каждом шагу различные сомнения могут прийти в наше сердце, какие-то подозрения. О этих лилах, которые совершал Шри Кришна, Бхагаван Шри Кришна. И поэтому Бхагаван Шри Кришна решил, что я должен явиться в форме Шри Гуранги, чтобы явить такие лилы, чтобы люди могли понять правильно мои предыдущие лилы. Вот
Поэтому Шри Кришна решил явиться в форме Шри Кришна Чайтаньи Махапрабху, чтобы объяснить, чем он занимался в предыдущем снисхождении. И поэтому Бхагаван Шри Кришна, он явился в форме Шри Кришна Чайтаньи Махапрабху и показал нам, и совершал баджан. И своим собственным примером показал, как нужно совершать этот баджан, чтобы достичь цели. Он явился, чтобы показать своим собственным примером, как в этой шлоке говорится, ниджа баджана мудрам упадешам. И вот Упадешам значит дать нам наставление, чтобы мы следовали ему и смогли достичь Кришны. Это не так просто. И вот он показал своим примером, как и что нужно делать. И чтобы дать урок тем преданным, что такое Рупануга Бхаджан, Рагануга Бхаджан. Рупануга Бхаджан или Рагануга Бхаджан – это не то, что можно рекламировать или научить. Можно… Есть множество мошенников, которые обещают научить Рупануга Бхаджана, но это не то, чему можно научить. Можно видеть множество рекламы по этому поводу, но это очень сокровенное. Это одна из сокровеннейших в четырёх шлоках Бхагаватам. Бхагаван говорит. И вот говорится, что ослы, они до них не сразу все доходят. Они понимают с опозданием. И вот пример этот связан с тем, что в четырёх шлоках Бхагаватам Бхагаван уже сказал. Знание очень сокровенное. И в Говиндалиламрите мы ее опубликуем скоро. Брахма, Санка, all there, this thing. It is written. Говиндалиламрите. So this way you see. И таким образом, смотрите. Гьянам парамам гучхам мияд бигьяна саманнитам сарасам тадамнача гьяна гритам мая. Джаванам ятха бхаву яд рупу гуна карма паха татхайва бигьяна мастутте мадану гурхат. Бхагаван говорит, without my mercy, и Бхагаван говорит, без моей милости невозможно понять. Должны зависеть от моей милости. This way, very... И таким образом. So, Кришна Бхагаван, Шри Кришна Чайтанья, в этот день Маги Пурнимы, Шри Чайтанья Чайтамрити говорится, 24 что в этот день, в день Магха, Магмас, 24 years over, и вот Махапрабху являл
лилу домохозяина 24 года, и по их прошествии в этот день Махапрабху принял саньясу. Это очень такая плачевная лила. Если я буду объяснять, как Махапрабху принял саньясу, мы не сможем потерпеть на множество вещей, которые нужно обсудить. И вот Чайтанья Махапрабху, он утешил Шачи, и хотя Махапрабху не прямо сказал, но все же обсуждал эту лилу принятия саньясы с Нитянанды, Чандрасекаром Ачарьей, Шиваса Пандитом. И когда Махапрабху принял окончательное решение, то тем временем Вишнуприя-деви, Гаура-шакти Вишнуприя-деви, она расплакалась, она была готова оставить тело Шачима, она застыла и ничего не смогла сказать. Если бы она хотя бы расплакалась, это было не так плохо. Поскольку если эмоции не так застывают, то сердце наше может разбиться. И вот если эмоции в форме этих слез или еще чего-то проявляются, то это хорошо, иначе мы можем сердечный приступ получить. И таким образом Махапрабху отправился. И через Рудрадвип Нридоя Гад. Нридоя значит бессердечно буквально. Нридоя значит не бессердечно. Нридоя или Нридоя, как-то так это. Но опять же, это не значит, что Чайтанья Махапрабху бессердечный, но те преданные не могли потерпеть разлуку с Махапрабху. И поэтому Махапрабху, тот гад, через который он пересек Гангу и отправился в Катуш для принятия саньясы, этот гад так называли. И вот Махапрабху пересек Гангу, отправился в Кату для принятия саньясы. И какие-то преданные тоже отправились с Махапрабху, они и в итоге достигли Катвы. Я был там, Махапрабху побрился там для Кешав Бхарати. И вот от Кешава Бхарати Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясу. Но сокровенное в том, что Махапрабху дал саньяс мантру Кешава Бхарати и получил ее от него же. Люди могут сказать, что Шри Чайтанья Махапрабху принял саньясу от Кешава Бхарати. Но факт в том, что Шри Кришна Чайтанья Махапрабху дал саньяс мантру Кешава Бхарати и от него же ее получил. И вот Махапрабху, он даровал свою милость Кешаве Бхарати. И этот Брадабри, который цирюльник, его Мадху звали, он часы плакал. И вот Махапрабху пошел к нему, чтобы побриться, этот цирюльник, он не мог его побрить. Он пытался, но он просто плакал и не мог ничего делать. И заняло долгое время, чтобы этого одного цирюльника утешить. И в итоге он побрил Махапрабху. Painful situation. All Nityananda,
other devotees, they couldn't bear. Нитинада и другие преданные не могли потерпеть это. В итоге Махапрабху принял омовение в Ганге, принял саньясу от Кешабарти. И Махапрабху, он таким образом даровал милость Кешабарати, и после принятия саньяса от него он стал как сумасшедший. И вот Махапрабху принял саньяса, данду. И другие преданные помогли ему все сделать, и после этого Махапрабху принял саньясу и взял разрешение от Гурудева. Хотел он самого гуру всех, и вот он отправился во Вриндаван. Он как сумасшедший. И вот он как будто потерял сознание, он был полностью погружен, полностью поглощен мыслями о Вриндаване и Нитинада Прабху, и Мукунда, Чандрашекар, они не могли ничего сделать, Махапрабху убегал. И вот Махапрабху забыл, что кто-то с ним. Этам са самастхаю парахманишта мадхяситам пурватамир махадхи ахам таришвами дуранта парам тамаха мукундангри нишевай. Very secret mantra. Вот это очень сокровенная мантра, только преданные могут слышать ее. И Махапрабху произнес эту мантру. Она из Шримад Бхагаватам. И в Шримад Бхагаватам мы можем найти ту тему о Триданди Саньяси. И в Шримад Бхагаватам мы можем найти эту тему о Триданди Бикшу. И этот Триданди Бикшу, если время позволит, то я хочу говорить на эту тему только по милости Бхагавана. И вы поймете, что такое саньяса. Иначе вы будете думать, что то, что вы видите, тот идеализм, который вы видите в обществе, некоторые думают, что это саньяса, но это не совсем так. И чтобы опровергнуть эти ложные идеализмы, то чтобы развеять ваше ложное представление о саньясе, я должен описать подлинную саньясу. И вот Махапрабху цитирует шлоку Шримад Бхагаватам, она вечна. И Aham tarishyami duranta param tamaha mukundangri nishevai. Mukundangri nishevai. What is, I cannot explain in details because very short time. Only one line I can speak. И вот я одну строчку только скажу из этого. Махапрабху говорит, спустя долгое, спустя И вот этот Триданди Бикшу понял, что служить лотосным стопам Мукунды Паракилешвара Бхагавана Шри Кришны – это единственный путь. Что Верховный Господь – это единственный, на кого должна быть направлена наша любовь и привязанность. И этот Триданди Бикшу, он оставил все и начал зависеть только от Кришны целиком и полностью.
И вот, чтобы следовать, вот следуя по стопам наших предыдущих ачарий, как я еще жив, хотя весь мир против меня, но мне помогает пример наших предыдущих ачарий. Вспоминая Шрилу Гурупадпадму, Шрилу Шридхара Госвами Махараджа, Кешава Госвами Махараджа, вспоминая и видя пример Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура, это мой единственный кислород, благодаря которому я живу. Я получаю вдохновение благодаря их жизни, их примеру, но я не могу вдохновиться никакой обусловленной душой, я не могу использовать в качестве идеала какую-то обусловленную душу. Это невозможно. Почему весь мир он идет в неправильном направлении? Я не говорил лжи, у меня нет зависти никому. Но можно наблюдать, что весь мир движется в неправильном направлении, а из-за того, что они думают какую-то обусловленную душу, что она идеал. И в этом их ошибка. И поэтому они так идут в неправильном направлении. И пример нашей Гурвраги – это буквально воздух для меня, благодаря которому я живу. И вот пример Тридани Саньяси в Шримад Бхагаватам. Он решил следовать примеру предыдущих ачарий. Это также мой пример, никто не может, и мое вдохновение. И поэтому таких людей, которые решили следовать предыдущим ачарьям, их никто не может сбросить с пути баджана. И вот Триданти Бхикшу после принятия этой Триданти Саньяси, он решил пересечь этот материальный океан. И вот он решил пересечь этот материальный океан страданий и прочих неудобств. И Махапрабху говорит на Бенгале. И вот комментарии этим, данные этим Триданти Саньяси очень великолепен, превосходен. И Махапрабху восхищается им. Если я смогу служить лотосным стопам Мукунды, то я смогу пересечь этот материальный океан очень просто. И с этими словами Махапрабху повторял их. И вот он, Махапрабху, он решил, он принял такое решение и сказал, что сейчас я могу отправиться во Вриндаван. И я могу сконцентрироваться на лотосных стопах Шри Кришны. И вот Махапрабху с таким намерением отправился во Вриндаван, и он при этом забыл, что Нитянанда с ним, Мукунда. Он забыл про них и побежал в сторону Вриндавана. When the Chaitanya Mahaprabhu can show me his lotus feet.
И когда же я могу увидеть лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, когда Гуранга – наша душа и сердце? Но мы не должны говорить так. Не каждый может сказать, что Гуранга – это наша душа и сердце. Кто-то стремится к чему-то другому. И вот Нитянанда, он думал, как же помочь Махапрабху, он слишком быстро бежит, как... Что же делать? И вот Махапрабху, он по дороге спрашивал, какие-то дети встретились под ним по дороге, он спросил у них, где Вриндаван, в какой стране? И вот Махапрабху говорил, Харе Кришна, эти дети повторяли за ним. И Махапрабху, он благодарил их за то, что они дали ему возможность слышать Кришна нам. И спросил, в какую сторону идти во Вриндаван. А до этого Нитянанда был там и сказал этим детям, что если Махапрабху спросит, где Вриндаван, скажите, что вот там, в противоположной стороне. И вот Махапрабху, когда пришел к этим детям, он спросил, где же Вриндаван. Они указали туда, куда попросил указать Махапрабху, в сторону Ганги. Точнее, куда попросил указать Нитянанда, в сторону Ганги. И вот потом по дороге они встретились. Нитянанда сказал, что хочет пойти с ним во Вриндаван. И Махапрабху удивился, откуда он знает, что он вообще идет во Вриндаван, но при этом забыл, что вместе с ним я шел принимать саньясу. И после этого собрался во Вриндаван. И вот Махапрабху попросил. Мукунду, чтобы тот сказал Адвайта Ачарье, чтобы тот пришел с новой одеждой, поскольку у Махапрабху не было одежды, была единственная одежда, и вот попросили, чтобы тот одежду принес. И в итоге Адвайта Гасай пришел к, на берег Ганги. И Махапрабху спросил, где же Вриндаван? И Нитянанда ответил, здесь, смотри, это Ямуна. И вот он начал возносить молитвы Ямуне, принял омовение, и тем временем Махапрабху обнаружил, что Адвайта пришел и спросил, откуда вы знаете, что я во Вриндаване, как вы пришли? Но Адвайта ответил, везде, где ты находишься, там есть Вриндаван, поэтому мы очень удачливы, что ты пришел на берег Ганги к нам. И Махапрабху удивлен был, что Шрипад меня обманул. Он сказал, что это Ямуна. Адвайта сказал, что нет, Шрипад не обманул тебя. Ты сейчас принимаешь омовение в Ямуне, поскольку считается, что восточные. Восточная, в общем, одна сторона Ганга, а другая сторона Ганги Ямуна. И поэтому, и с другой стороны, где бы ты ни находился, это Вриндаван, как Мадхавендра Пурипад.
или там, где живет Шрила Прабхупада или Бхактивинода Тхакур, это место, оно не отлично от Вриндавана, поэтому все правильно. Как вот в этом киртане Наротам Такура, в тот день, когда мы увидим проявление Кришна Баджана где-то, это место, оно становится неотличным от Галоки, от Вриндавана. И вот Адвайта Гасай, он пригласил Махапрабху, тут три дня шел, и сейчас он пригласил его в Шантипур, чтобы тот принял прасад, и Нитянанда Прабху, он отправился в сторону Навадивдамы, чтобы помочь Шача встретиться с Гауранга, с Кришна Чайтани. И вот они организовали какой-то паланкин, который двигался в сторону Шантипура. Нитянанда взял Шачи, и они поехали в дом Адвайта Гасая в Шантипуре. И Сита Деви, Йога Майя, Шакти Адвайта Гасая, она готовила. И она предложила все это подношение Гауранге Махапрабху в Навадвипе. И в Навадвипе узнали, что Махапрабху принял саньясу, сейчас он находится в Шантипуре, и все пошли, чтобы встретиться с ним. И вот Шачима, она так доехала до Шантипура. Она плакала, что ее сын принял саньясу, она обняла его, поцеловала. А, точнее. Махапрабху поклонился матери, принял пыль с ее стоп и попросил прощения за то, что принял саньясу, что она должна простить его. И он сказал, что это тело, оно твое. Бхагаван Шри Кришна Чайтанья Махапрабху сказал: «О, мать, это тело, оно твое тело. У тебя есть право забрать меня, но если ты заберешь меня домой, это нехорошо. Все будут критиковать меня, что я принял саньясу по ошибке, и ты меня забрала назад домой. Поэтому прости меня». И Шачима, она дала наставление, что если ты отправишься во Вриндаван, как я могу жить дальше без тебя? Я не буду ничего знать о тебе, Вриндаван очень далеко. Лучше, если ты будешь находиться в Пурушоттамдхаме, в Нилачала Кшетре. По крайней мере, преданные, они часто ходят между этими местами. Поэтому, по крайней мере, буду знать, как ты там поживаешь. Поэтому лучше иди в Пурушоттамдхаму. И в итоге так и случилось. По воле Бхагавана Махапрабху согласился, что будет жить в Пурушоттамдхаме. И вот они на этом решили, что Махапрабху во Вриндаван не пойдет. Но Махапрабху, он в душе всегда во Вриндаване, я уже говорил. Махарадж говорил в прошлом году, что в Нилачалдаме, в Раджа Мадхури, все великолепие, весь нектар в Раджа можно обнаружить в Нилачалдаме. Не только это, но также Бхактивинода Тхакур сказал, что мы Гауди. Нилачалдам для нас – это наивысшее место Випралам Прабхавы. Мы знаем, что Вриндаван тоже – это место Випраламхи, но
До этого мы знали, что Вриндаван, он единственное место в Випраламбхе, но те, кто великие преданные Гауди, они понимают. Нилачалдам – это наивысшее место в Випраламбхе, поскольку Радхарани, она пришла в форме Гуранги. Это более великолепно, более насыщенно. И также относительно Випраламбха Бхавы я могу сказать то, что это Гаудама, это тоже место в Випраламбхе. Для тех, кто в Раджавасе, на Вадивасе, не то, что в Раджавасе в каком-то смысле, поскольку великолепие нашего баджана, оно зависит от этого осознания какого. И вот сокровенная суть нашего баджана зависит от этого факта, осознаем ли мы то, что Вриндаван, Гаудама, она не отлична от Вриндавана. Что Гауравана и Враджаван, они не отличны. И в тот день, когда мы осознаем, то тогда мы сможем начать Рупануга Баджан, Рагануга Баджан. Это не так просто. Мы должны помнить, что Гора Лила, Аштакали Лила, Гора Лила, она имеет связь с Вриндаван Лила, это не так просто. И многие пытаются манипулировать Рагануга Баджаном, но это не предмет манипуляции. Я не знаю, простит их Бхагаван или нет. У меня много вещей, которые есть сказать о саньясе Махапрабху, но времени мало, поскольку сегодня день явления Наротама Такура. Наротама Такура, он вечный спутник Гуранги Махапрабху. Он вечный спутник Радхарани. Чампакала Лата. Он Чампака Манджари. Не Чампака Лата, точнее, Чампака Манджари. И таким образом, Гуранга Махапрабху после принятия саньяса. И вот там Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, он побежал в сторону Вриндавана. Это первый раз, а второй раз он опять побежал в сторону Вриндавана. С Пурушоттам Дхамы. Вот он достиг Пурушоттам Дхамы. Это долгая история. И с Пурушоттам Дхамы Махапрабху опять отправился в сторону Вриндавана, но сейчас он через Бенгал. И после того, как он встретился со всеми преданными здесь, он отправился в Рамкели, это северный Бенгал. И все преданные спрашивали, почему Махапрабху отправился в Рамкели. Какова цель? Что он там забыл? Никто не знал причины, и там Махапрабху решил отправиться в Рамкели, чтобы встретиться с Рупой и Санатаной, его вечными спутниками, и вечером, около полуночи даже, Дравида Хас и Сахар Малик, их раньше так звали, это Рупа и Санатан. Они пришли скрыто, чтобы царь не заподозрил ничего. Они пришли, чтобы встретиться с Гурангой Махапрабху. И с этим, с травинкой, зажатой в зубах.
он поклонился и начал плакать о Прабху. Я общаюсь с мусульманами, я оскорбитель. Я потерял все. Я бесполезен. Пожалуйста, спаси меня. Я потерялся, спаси меня. Пожалуйста, спаси меня. И после этого что случилось? Рупа и Санатана не плакали. Махапрабху обнял. Вставайте. Я знаю ваше сердце с самого начала, поскольку вы писали письма мне время от времени. Я знаю. Я знаю о вашем состоянии, в котором вы находитесь. И вам не нужно плакать. И Махапрабху сказал, и вот он взял и положил свои руки на голову этому Рупи Санатане. И они хотели прикоснуться к стопам Махапрабху, чтобы их обусловить, что она ушла. И потом, уходя, они плакали. Они не смогли себя сдержать, они плакали на взрыв. И такая болезненная ситуация, Махапрабху попросил Нитянанду и других преданных, чтобы они даровали им свою милость, поскольку без милости Нитянанды никто не может обрести милость Гауранги. Без милости Нитянанды никто не может получить милость Гауранги. Я буду говорить об этом в следующий год. На день явления Нитянанды. И вот этот Дабирхас и Сакармалик, они отправились домой, и с ними Анупам также пришел. И Джива Госвамипад тоже был там. И вот почему я это все говорю. И Махапрабху, он решил отправиться во Вриндаван, но это была такая драма, поскольку Нарисимхананда Брамачари, он медитировал, находился в глубокой медитации и подготавливал путь для Махапрабху. И вот Нарисимхананда Брамачари, он сконцентрировался и подготавливал путь, по которому Махапрабху пойдет во Вриндаван, он все украшал цветами и прочие дела. И вот благодаря своей медитации он организовал, как обустроил дорогу по направлению во Вриндаван, чтобы Махапрабху мог идти спокойно и чтобы не было никаких там острых камней, а дорога была устелена цветами. И вот он так медитировал, и получалось до Канай Надшала, а дальше у него никак не шла эта медитация. И он не мог дальше дорогу подготовить. И вот он до Канай Надшала так все подготовил свою медитацию, а потом не смог. И он понял, что Махапрабху дальше не пойдет. По крайней мере, в этот раз он не пойдет, поскольку я не могу дальше подготовить дорогу для него. И вот он понял, что Махапрабху дойдет до Канай Надшалы и вернется. И так и случилось. И вот он дошел до Канай Надшалы, там был один царь. Это давно было. Он там сделал какие-то изображения
из Кришна-лилы, и Махапрабху увидел там эти изображения и почувствовал радость, созерцая эти прекрасные лилы. И после этого Махапрабху подумал, и вот он подумал, что Санатан, когда пришел вечером встретиться со мной, Санатан сказал мне и дал наставление. Это такая лила, что Санатан дал ему наставление: «О Прабху, ты идешь в Вриндаван, а с тобой тысячи людей». Санатан сказал Махапрабху: «Я слышал, вы идете во Вриндаван, да. С вами тысячи людей идут. Это не та система, как нужно идти во Вриндаван. Вы не можете наслаждаться походом во Вриндаван, поскольку множество людей, хаос вокруг». Но Махапрабху сказал: «О, Санатан, хорошее наставление, мы не должны идти во Вриндаван с кучей своих вещей, с крабом, кучей людей и прочих. В общем, не должны с собой много нести во Вриндаван. Нужно идти в одиночестве. Это место Випраламхи. Если множество людей с нами идет, то нехорошо это». Поэтому Махапрабху решил вернуться. Но в Према-Виласа в этой книге говорится, что Махапрабху, он отправился в сторону Падмы. Голгат какой-то, как-то так. Времени нет, Махараш все это подробно на хинди будет говорить. И вот Махапрабху решил, я, в общем, сокращу историю. И Махапрабху в итоге отправился в Голгат, на реке, на берегу реки Падма. Почему? Нитянанда тоже пошел туда. И в итоге он принял омовение в Кутапури на берегу этой реки. Это место называется Праматоли, Прамастрали. Вот это место сейчас известно на всему миру. Это Праматоли. И каково значение? Это место, где Сичетани Махапрабху решил сохранить сокровище премы для Наротама, поскольку в Канаянатшале, когда Махапрабху посетил, вот он когда там был, там все взывали к имени Наротама, они кричали все: «Наротам, Наротам». А в другой лиле люди кричали: «Пундарик, Пундарик». Он еще не пришел, но точнее, Махапрабху, он произносил имя Пундарика, но его еще не было, он впоследствии появился. И сейчас в Канаянатшале, точнее, не все, а Махапрабху произносил имя Наротама. И все удивлялись, откуда он его взял. И в итоге Махапрабху, он сказал: «О, Наротам, ты столько плачешь из-за своей премы, из-за своего чувства, что по пути в Пури Махапрабху напомнил Нитянанде, что по пути в Пури ты столько плакал из-за своей премы, и всю эту прему я собрал». И да, точнее, этот Махапрабху говорил Нитянанде, что я собрал всю эту прему и сохранил, положил в какой-то сундучок, и я хочу оставить ее для этого преданного, который придет явиться вскоре, он Наротам. И вот Махапрабху сказал это Нитянанде,
и что он сохранит эту прему в реке Падма. И сказал: «О Падма, я сохраню, дарую тебе эту прему, чтобы ты передала ее моему преданному Нарутаму. Когда он будет принимать омовение в твоих водах, отдай эту прему ему». И Падма спросила: «Как я пойму, тут много людей приходят принять омовение?» И Махапрабху сказал: «Очень просто, ты поймешь. Маленький мальчик придет принять омовение в твоих водах, и когда он войдет, прикоснется к твоим водам, то вся твоя вода затанцует. И ты поймешь, что это Нарутам». И вот тогда ты поймешь, что именно Нарутам пришел. И вот Нарутам так, он родился в месте Рас, в Кетуре. Расаи, другое название. И вот было два царя. В том смысле, что Кришнананда Датта и Пурушоттам Датта, два брата. Кришнананда Датта, он младше был, а Пурушоттам Датта старше. Они оба получили в общем, по указанию мусульманского царя Бенгалии, они собирали налоги с, вот, с той округи, которую поручили и давали царю частично. И вот когда Нарутам родился, вся ситуация поменялась, вся природа, умонастроение людей, все изменилось. И вот Кришнананда Датта и Пурушоттам Датта, они поняли, поскольку его мать звали Нараяни. Нараяни всегда молилась на Нараяни, чтобы тот даровал ей такого сына, который великолепен. И вот она молилась долгое время, и Нараян благословил ее, и родился Нарутам. И он был очень прекрасен, как принц. И вот я кратко расскажу эту историю, на все время не хватит. И после этого этот Нарутам быстро изучил санскритскую грамматику, аланкар, и кавью, и прочие науки. Различные шастры. Однажды, в возрасте 12 лет, Нарутам Такур, он пошел принять омовение в реке Падме в возрасте 12 лет. Он поклонился ей, поскольку Падма, Ганга, они уважаемые, почитаемые реки для нас. И мы молимся о их милости, как принимать омовение в Ганге, вы знаете. Кто-то просто приходит и принимает, но правило есть. Не каждый ачарья говорит об этом. Я слышал от Бхарати Махараджи, как принимать омовение в Ганге. Нужно сначала принести полный распростертый поклон, принять воду на голову, совершить поклонение и попросить прощения, что мы прикасаемся к ней ногами. А летом некоторые воспринимают Гангу как какое-то место для плавания, а зимой не ходят. Некоторые люди воспринимают Гангу как свою слугу, но это не так.
Ганга – это объект поклонения. И вот Нарутам, когда принял омовение, то он прикоснулся к воде Падмы, то вода буквально начала танцевать, волнение появилось сразу же. И вот Нарутам, когда принимал омовение в этой реке, его цвет тела изменился. Он стал золотистого цвета. До этого он не был золотистого цвета. Он был такого, как на Кришну похож. Но когда принял омовение, увидел, что изменил цвет его тела, изменился. И эта река Падмана тоже начала как-то проявлять такие необычные вещи. И когда он вернулся домой, все были удивлены, что случилось, что случилось с ним. Он плакал, танцевал, радовался, а цвет тела его тоже поменялся. Был как Кришна, стал как Гуранга. Начали сомневаться, он вообще, наш ли этот сын или нет. И в итоге они не смогли его сдержать, отец организовал охранников, видя, что случилось с его сыном, как Рагунат Дас Госвами. Он тоже охрану поставил к своему сыну, чтобы тот во вредово не убежал. И вот его охраняли круглосуточно. Он плакал, взывал к именам Нитянанды и Гуранги. Как уйти же из дома? Охрана везде. И во сне Гуранга явился и сказал, что не беспокойся, вскоре ты получишь возможность, не плачь. И те, кто обрели милость Нитянанды, кто может их сдержать? И вскоре этот царь Бенгала, он пригласил этих местных царьков на собрание. И вот Кришнананда Датта и Пуршоттам Датта, они поехали на встречу с этим царем, а охранники, они не были достаточно искренни. Если царь ушел, кто их проверять будет? И поэтому начали, пошли заниматься своими делами. Нарутам Такура увидел, что они его так спустя рукава охраняют, и убежал. Он убежал в сторону Вриндавана. Никто не мог сдержать его. И вот он шел в сторону Вриндавана, практически не ел, то, что по дороге встречалось плоды и фрукты какие-то. И в итоге, это долгая история, но я кратко расскажу ее. В итоге он встретился с Джива Госвами, по желанию Джива Госвамипада, он и также он принял своего вечного гуру. Это Локанат Госвами. Локанат Госвами. Он принял его в качестве гуру. И вот Шикша Гуру. Шикша Гуру.
И Шикшагуру и Дикшагуру, они не отличны, подлинные садхгуру, Дикшагуру, они не отличны друг от друга. Если мы будем видеть различия, то мы обречены на духовную смерть. И вот кто мой Дикшагуру и Шикшагуру, они не отличны. Я об этой гуру-татве буду говорить в дальнейшем. И вот что случилось. Нарутам Таку по наставлению Дживы Госвами Пада, он служил Локанату Госвами. Но Локанат Госвами спросил, кто ты? Я пришел. Ты принц. Ты служишь мне. Я бедный человек. Я сам не ученик. Как я могу принимать служение от тебя? И ты моя жизнь. Вы моя жизнь и душа. И вот примите меня, но народ он такого не. Он не соглашался, но народ он такого начал служить ему. Он начал убирать то место, где он тут ходил в туалет с глиной. С помощью глины он убирал это все. И носил воду. И веником все подметал там вокруг. И Локанат Госвами обнаружил, что все там очищено, и подумал, кто же. Я прихожу каждый день сюда, и кто же это все моет? Я должен посмотреть, проверить. И вот он ждал с огромным терпением. Он сидел, засел в этих в кустах и смотрел, что увидел, что ночью, среди ночи, кто-то пришел и с веником и говорил с венику, что ты настолько удачлив, что служишь моему Гурудеву, а он не принимает меня. И он обнаружил, что народ там убирает там все, глину носит, воду. И в итоге сказал, кто ты? Подойди ко мне. О, ты тот самый народ там. Ты совершаешь такое служение, он расплакался, что вы не принимаете меня. Я думал, что я слышал, что через служение, по крайней мере, что-то сделаю для вас. И я решил, что по милости Бхагавана, благодаря служению, Бхагаван может помочь мне, по-моему, обрести дикшу у вас. И вот он обнял его, расплакался и сказал, я принял решение не принимать никаких учеников. Я дал такой обет, но сегодня я побежден, ты победил меня, я должен дать дикшу тебе. И вот он сказал, чтобы пошел, принял омовение и вернулся. И это называется дикша. Дикша – это не какой-то бизнес. И в итоге Нарутам Таку он получил дикшу. И в итоге потом он совершал баджан. И Локанат Госвами он показал ему, как совершать баджан с таким. Он научил его всему сокровенному на пути баджана. И он совершал баджан. Однажды пришел какой-то нищий, просил каких-то чапати, какой-то еды. Нарутам Таку он дал ему. Локанат Госвами посмотрел, сказал, уходи. Почему? Что случилось? Ты из царской семьи. Ты не знаешь, что ты нишкинчан сейчас. Ты привык раздавать пожертвования, подаяния всем. Но это не то, что ты дал. Такое пожертвование этому человеку, это не столь важно. Но ты должен
помни, что ты сейчас сам нищий. Ты забыл об этом, и что за глупость, что один нищий дает пожертвование другому нищему. То есть раньше ты был сыном царя, поэтому проблем не было. Сейчас ты сам нищий, поэтому уходи. И Нарутам Таку, он плакал и ушел. И после этого он отправился к Дживи Госвами. Это очень обширная тема. Если сможете принять, осознать Харикатху, то одна Харикатха, она сможет изменить вашу жизнь. И в итоге от Дживи Госвамипада он изучил Гауди Сиддханту. Это произошло по воле Нитянанды. Почему Гуру выгнал его? Это тоже по воле Бхагавана произошло. Если бы он не выгнал его, то как бы он пришел к Дживи Госвами? И в итоге Дживи Госвамипад, он... Шринивасачарья, Нарутам Таку и Шьямананда. Они все и изучали шастры Сиддханту. Мы должны понять эту сокровенную Сиддханту. Когда Гурудев великолепен, и ученик, он тоже великолепен, превосходен, это правильно, хорошая комбинация. Когда вы встречаетесь с возвышенным гуру, который может дать вам океан Сиддханты, и также, если у вас есть потребность в этой Сиддханте, как в экономике, есть закон спроса и предложения. Если спрос возникает, то и предложение возникает. И на графике, это параболический график. И сколько потребностей у нас есть в нашей жизни? Сколько потребностей в Харикатхе? Это главное. Если у нас есть эта потребность, то она, Харикатха, придет. А если нет потребности, то что Бхагаван даст нам? Если у нас нет потребности в нашем сердце, то что может дать нам Бхагаван? Если у нас есть потребность в Харикатхе, то поэтому или в Сиддханте, почему не каждый знает Сиддханту? Почему не каждый понимает, что такое Бхакти? Хотя и с Бхагаватам я могу обсудить эту шлоку в дальнем будущем. Как Бхагаван Шри Кришна, что он сказал Удаве по этому поводу? Если у вас будет терпение, я объясню это. И вот что случилось дальше. Нарутам Таку, он изучал Сиддханту Дживи Госвамипада. И в итоге Дживи Госвамипад дал наставление ему, что подготовься, чтобы проповедовать учение Шри Чайтанья Махапрабху везде. И вот все книги Рупы и Санатаны Госвами. И все эти книги они взяли, погрузили на бычью упряжку. И дали ответственность за это все Нарутаму Таку, Шринивасачарья и Шьямананде. И много раз до этого я говорил, что Нарутам Таку, он пришел от Нитянанды.
Нитянанда, это Нитянанда Пракаш Виграха, Шринивасачарья, он Пракаш Виграха Гуранга. Даже Гуранга Махапрабху сказал Вишну Придеве, что мое второе тело скоро явится, и будь уверен, что он не отличен от меня. В какой-то день я более подробно расскажу об этом. И Шимананда Прабху, он пришел от Адвайта Гасая. Я хочу более подробно говорить об этом, но времени не хватит на все. В итоге они втроем. По наставлению Джива Госвайпада, он был председателем Вишва Вишнава Раджа Самхи. И вот по его указанию они отправились проповедовать Сиддханту Гауранге, учение Шримана Махапрабху по всему миру. Имеется в виду, ну, там, где они жили. И вот если мы следуем всему, то проповедь автоматически происходит, наш Ачарун, он проповедует автоматически. И если мы следуем всему, то эта проповедь, она автоматически произойдет. И в этом Сиддханта Рупа Госвамипад или Джива Госвамипад, куда они ездили, нет. Или Санатана, но все знают всех этих Госвами. Шрила Бхактивинода Тхакур тоже не посещал никаких иностранных стран, но весь мир знает о нем. Шрила Сиддхартха Госвами Махарадж тоже никуда не ездил, но его знают везде. Кто не знает имя Рупы Санатаны Джива Госвами Пада. В Америке, даже в Нью-Йорке. В аэропорту можно найти фотографии Шрилы Бхакти Прабхупады Пури Госвами Махараджа. Откуда он там? Хотя он никуда не ездил. Он был очень смирен. И Гуру Махарадж тоже мне сказал, что не нужно быть занятым проповедью, а нужно совершать баджаны, а другое автоматически произойдет. Ну, конечно, проповедовать тоже надо, но не от себя этим какое-то нести, а то, что мы услышали от Гурварги. И вот они поехали с этими книгами на бычьи упряжки, достигли Банкуры в Бенгале, одна из областей Бенгала, и там ночью отдыхали под деревом. С утра обнаружили, что книги пропали, украдены. Как, кем они были в замешательстве. И в итоге поняли, что местный царек, разбойник, днем он слушает Бхагаватам, Махабхарату, а ночью ворует. И вот во сне Бирхамбир его звали. И вот он увидел сон, что великое сокровище мимо его царства приезжает и решил украсть. И Шринивасачарья сказал, нужно следовать наставлению нашего Гурудева Джива Госвами. Поэтому он Арутам, лучше иди на восток, на восточный Бенгал, а вы идите в Миднапур и в ту область для проповеди, а я останусь здесь, чтобы пытаться вернуть эти наши украденные книги. И вот по наставлению Шринивасачарьи Нарутам Шримананда отправился в Миднапур, народ там на восток, и
сейчас можно видеть, что Миднапур полон такого настроения преданности благодаря Шьямананде. Нарутам пошел на восток, в сторону Бангладеша. И там тоже можно видеть, что люди полны преданности. А меня часто приглашают туда. Тысячи людей готовы слушать Харикатху. Но Махарадж не ездит по заграницам, даже в Бангладеш. So everywhere. И вот везде эти, вот эти люди с Бангладеша, я тоже готов обнять их, они очень прекрасны, их сердца прекрасны, но сейчас ситуация поменялась политическая. И вот Махапрабху и Нарутам Это титул Такура был дан ему Джива Госвамипадом. Нарутам Такур, он был в Трипуре, в Манипуре, вот там, это крайний Дальний Восток Индии, восточные штаты, Манипур, Мизорам, эти. Вот Нарутам Такур, он просто сидел, пел киртан, и тысячи людей приходили, просто плакали, слушая его киртаны. Даже птицы, сидящие поблизости, они слышали и плакали, слышали его киртаны. И там тоже, и сейчас даже можно видеть, что там множество преданных в тех местах. И это благодаря Нарутаму Такуру. И Нарутам Такур решил открыть один храм. И множество божеств было. И Кришнананда Датта и Пуршоттам Датта, они уже умерли. Сын Пуршоттам Датта был Сантош Датта, а Кришнананда Датта Датта Нарутам. И вот эти их отцы умерли, и наследником стал Сантош Датта. И когда он встретился с Нарутамом, он начал плакать, как сумасшедший, обнял его стопы и попросил спасения от этого материального мира. И Нарутам Такур, он дал ему посвящение этому Сантош Датте, своему брату. Сантош Датта по желанию. И они оба организовали великий праздник, такой вечно зеленый и бесподобный. Раньше ничего не было, и в дальнейшем также это был Кетури Махотсав. Это тоже обширная тема. Кратко могу сказать только об этом. Наша Джахнува Такурани, мы можем прикоснуться к ее стопам и поместить ее стопы к себе в сердце. И вот Бхактивинода Такур говорит, что с помощью ее стоп мы можем с легкостью пересечь этот материальный океан страданий. И вот Бхактивинода Такур пишет Джахнуве Такурани.
И вот он говорит: «О Даве, я принял решение пересечь этот материальный мир при помощи твоих лодки, твоих лотосных стоп». И вот эта жена Нитянанды, она была на том празднике. И этот праздник Джахнавы Такурани, Шинивасачарья. И когда-то я расскажу об этом празднике. И вот там был Враджа Махан, Враджа Бихари, и Гуранга Виграха. И Гуранга Виграха, она из какого-то этого появилась из хранилища зерна. Махапрабху пошел туда, увидел какую-то змею. И когда они пошли, то там не змея была, а Виграха Гуранги. И Абхишек Шринивасачарья был совершен. Я не могу объяснить, такой великий праздник был, вечно бесподобный и неповторимый. Множество вайшнавов из Вриндавана, из Пури, из Навадвипы, все пришли. И Сантош Датта, он тратил деньги как воду. Джахнава Такура не готовила. Настолько удачливы были те, кто посетил этот праздник. И по воле Нитянанды тысячи людей, они изменили свое сердце. Это тоже очень обширная тема. Вечером я продолжу, может быть, говорить то, о чем не успел сказать сегодня. И великие пандиты, и какие-то эти завистливые люди пытались победить народ Амтакура. Даже жаловались, возмущались, что он не браман, а из другой касты какой-то, как он посмел посвящение браманам давать. У него вообще нет такого права. Оскорбляли его. И в итоге он был успешен. И вот два сына одного заминдара. Шивананда. Еще кто-то, они пошли покупать каких-то козлов на рынке для Дургапуджи. Они шакты были, поклонялись эти кали, приносили козы в жертву, пошли за этими козами на рынок. И на берегу Падмы, когда они услышали комментарии народа Амтакура, они начали просить прощения, и их они купили каких-то животных на рынке для жертвоприношения. Во время Дургапуджи они их отпустили. Они побрились, приняли посвящение у народа Амтакура. Заминдар обеспокоился, три дня прошло, дети его не возвращаются, и в итоге их нашли вместе с Нарутамом. Начал возмущаться, что ты, мы браманы вообще, зачем ты им посвящение дал. И в итоге Деви пришла во сне, чтобы предупредить, чтобы тот пошел извиниться, иначе
на каждого. Вот организовали дебаты с этими Кармаканди браманами, но эти Кармаканди браманы были побеждены, и в итоге один Дивья Сингха, он был опечален, что все браманы возмущаться начали, что народ там нашу всю систему разрушит, и пригласили Рупнарайана, пандита из Митхилы, чтобы тот победил Нарутама. И вот пришла эта группа пандитов во главе с этим самым главным решили по дороге передохнуть, приготовить и поесть. И два ученика, кратко рассказал, и два ученика Нарутама, Ганга Нараян и еще кто-то, они пошли на рынок деревенский. Они знали, что эти пришли браманы, жевали листья бителя, и вот они открыли этот магазин листьев бителя, лавочку небольшую. И вот, в общем, один открыл лавку глиняных горшков, другой листья бителя. Они знали, что они пойдут на рынок купить горшков и бителя, несомненно. Поэтому сделали вид, что они торгуют с этими вещами. И вот эти браманы пришли, начали на санскрите ему отвечать. И удивлены были, что продают бителя на санскрите, говорят, что за деревня такая. Потом кто-то пошел за горшками, тут тоже горшочник на санскрите говорил. Они были крайне удивлены, что в деревнях такие пандиты, как мы можем. И спросили, кто вы вообще. Сказали, что мы ученики Нарутама Такура. Что даже ученики Нарутама, там, они так прекрасно на санскрите разговаривают. В общем, этих пригласили на дебаты, они победили. И царь был сказал, что вы даже учеников Нарутама не можете победить. Что говорите Нарутами? Эти пандиты так и не дошли до Нарутама, вернулись. Чайтанна-чанда-чаране-куру-таан-рагам Ванча-карта-дру-сити-васанди-вача-пати-таан-павани-бхавишна-бхиону We pray unto Lotus Feet of Nartham Thakur. Мы молимся лотосным стопам Нартам Такура Гуранги, чтобы мы смогли обрести достаточно милости, чтобы совершать баджан. Это моя последняя молитва. Someday I can discuss that Bhagavad Sloka, you know, Acharya Arani Rado. Someday I can discuss another sloka. Nayatra Vaikuntha Katha Sudhapaga Na Sandavaha Bhagavataha Tadasraya Nayatra Vaikuntha Nayatra Yogyesa Makha Mahasabaha Suresa Lokopi Navaisha Sevatam. This sloka I can discuss by the mercy of Guru Bhagavan.